И всем привет, ты это Керри Навика. Начинаем ее исследовать, находить интересные места, выполнять интересные задания. Это у нас серия, не помню какой номер уже, 27-я. Может быть, я уже не помню. Так, ну пошли. Опа. Керенайка. Что? Так, ну, размерчик небольшой у Керенайки. В основном интересных мест нету. Только вот здесь, по факту. Куча заданий. Просто куча заданий. Так, ну давай сразу же к делу. Что это? Хрена. А, это город. Давай! Что-то случилось? Да вроде того. Сбежал мой боец, медведь Фракии. Он убийца. Буйный, что гиена во время гона. За его голову награда. И весьма щедрая. Почему его зовут медведем? Нет, погоди, египтянин. Я тебя найму только если докажешь, что способен его разорвать. Для начала сразись с моими лучшими бойцами. Выживешь? Поговорим. Полимнестер свиреп, как бешеный бык. Он сражался на всех аренах республики. Он приносил мне деньги, ну а я содержал его как царя. Лучшая еда, лучшие шлюхи. Но свободу он любил больше. Я завоевал свободу на арене потом и кровью. А не бежал, как трус. Теперь мне плевать, что будет с этим неблагодарным козлом. Но он украл мой меч. Подарок Цезаря на мой последний бой. И он мне дорог. Юлия Цезаря? Знаешь другого Цезаря? Так, ладно. Покажем этому египтянину римское гостеприимство. Чего ты там, блядь? Ну! Куда убить? Сражайся! Меня не одолеть! Вот это зрелище! Ты истинный воин! Я доказал, что достоин. Только не зазнавайся! Слышал, кто-то напал на крестьян к востоку от Кирены. Ищи там. Этот фракийский выродок так просто не сдастся. Но без меча награды не будет. Ты понял? Я найду твоего воина и твой трофей. Какое рвение. Так держать. Если вдруг он тебя прирежет, мне будет жаль. Не-не, нихуя. Доберитесь до фермы. Угу. Кузнечик Кирены. Ух ты. Так, побежали. А, кстати, способности две штуки. Урон дымовой завесы. Адреналин. Таранч щитом угнать. Давай урон дыма.
увидят, сразу накинутся. Тертим! Факеденунг! Тертимнунг! Да! Чего, блядь? Хуя себе. Стандай! Мора! А что случилось? Почему здесь запретная зона? Пошел в жопу. Вот так вот, блядь. Нихуя он, козел. А точно произошла резня? Может, это... Что-то стряслось. Нужно найти Полимнестера. Прыгать-то будешь, нет? Долго пытали. Зачем? Чего добивались? Этого убили в спину. Он хотел убежать или спрятаться. Внизу явно что-то есть. Тайный погреб. Полимнестер их точно не убивал. Это его люди. Может, он добрался до поселка? Может. Ну, давай пойдем. Полимнестер. Опять что-то запретное здесь. Так, ну здесь уже больше интересных мест есть. Это сразу 2-3. Я ищу гладиатора. Медведя Фракии. А, еще один дружок Ланисты. Сколько он тебе дал, чтобы перерезать мне глотку? Ему нужен только меч. Да, весь в моих кишках. Кто меня выдал? Крестьяне? Мне очень жаль, Полимнестер. Но они мертвы. Это все Ланиста! Я ему доверял! Клянусь, я убью его! Я выкинул меч в море! Забирай! Мне он не принес ничего, кроме бед! Какое море?
Только рыбы. Меч ланисты. Вернусь к Полимнестеру. Ага, блядь, тут уже вон. Где мой меч? Футуате! Приди и возьми! А вот и египетский дурачок! Я знал, что он меня... Нихуя! Аид, подыщи тебе хорошее местечко! Падай! Вот эта битва! И Харон бы заплакал! Спасибо! Баек. Баек? Этот мерзавец не знал чести. Я 100 раз оплатил свою свободу на арене и в постелях римских богачей. Но, видимо, этого ему было мало. Меч Цезаря твой. Его достоин лишь тот, кто сражается за свободу с честью. Спасибо. Им я буду карать злодеев, вершить правосудие. Каков твой путь? Осяду, буду ловить рыбу, чинить сети и, может, даже найду жену. Я верю, в новой жизни у меня будет все. Интересно, интересно. Так, ну чё, погнали. Сюда. Это уже больше похоже на Одиссею, то есть все зелено, все красиво. Затопленный алтарь. Иди сюда. О, вахехмено. Мунесхеде. Извини. Осте си ви ми ангалисин до хрону му эрисин. Так. Ну что, давай сюда, потом сюда. Или наоборот. И ами мелуфтореттин дилос геоплирос. Цели в области 2. Где вторая? А, вон. Колония.
Обезвигал мне! Наклонная плита, ничего себе. Так. Сюда надо по опасной воды. Сигнальный огонь. Место хорошо охраняется. Тихо. Без паники. Ты, бля, чё? В ящик-то, блядь, нихуя себе. Охуевший совсем. Спасибо, что выслушал. Мой муж был защитником, как и ты. Я уже столько дней стою здесь и прошу о помощи. Всем все равно. Что у тебя случилось, Небет? Бедный Тит. Мой несчастный Тит. Он сидит в тюрьме в казармах за уклонение от службы. Он дезертир? Нет, он герой. Но настал момент, и он пошел против римлян, встал на сторону мятежников. Помоги, он мой единственный сын. Все, что у меня осталось. Я помогу тебе. Не волнуйся. Блять, только что там было. Ну ладно. Повторим. Это ты, Тит? Я тебя спасу. О, боги, спасибо тебе, защитник. Египет в опасности. Освободи меня. Пойдем.
Нихуя. Алло, подъем. Подъем. Ogalos, Evge! Oi, siz menzo musadını içimim konu! Nus, autum trika! Auxilium! Ну, блядь. Ты заебёшь, нахуй, а? Стеку ресанто! Кампана! Кик, молодцус! А Макса и Лава! А вишто зэби воволу! Узэнду его шутки! Если меня поймают, то убьют! Боги накажут вас за предательство. С чего солдатам брать под стражу своих? Отец воспитал меня воином. Он верил в честность и справедливость. Марцелло Азина, наварх римского флота в Аполлонии, готовит вторжение. А, чтобы захватить Египет? Да, а я сбежал. Не желаю делать грязную работу за Леандра и Флавия. Где сейчас наварх? На корабле. Охраняет воды между Киреной и Аполлонией. С его смертью во флоте начнется разруха. Исида с тобой, Тит. Я разберусь с Навархом. 3200 метров. Блять, это Мармарику надо. Мармарика пока подождет, у нас такого уровня нету. Поэтому пока не отслеживаем. Так, давай сюда и в сторону города. Можно что-то скрафтить. О, клинок. Мне нужно. Так, еще скрафтить можно. Хорошо. О, Федес! Тиу Егоне! Ой! Ты симван! Ха! Нужно быть осторожным. Стэнди! Мора! Хамас! Кунас! Перкутиаму, сэйон! Тем! Тем! Ты эмбатон! Ты прахшонин! Ослики всякие гуляют. Так. Давай. Тибо! Так, ну еще может ночи дождемся.
было поменьше врагов активных. Так, что такое? Тихо. Спокойно. Я не понял, блин. Я же лутал. Сокровище. Эго астендам тиби долор. Так, тут. Так, давай это папирус. Тут вообще как этот, как его, цитадель опять. Акрополь. Даже Акрополь. Кого, блядь? Три сокровища, два капитана. Тихо, тихо. А
Огромная штука. Так, сигнальный огонь раз. Сигнальный огонь 2. Так, народу-то охуеть. Так, это дрыхнет. Это командир. Так.
Тебе обед! Тебе манеры! Как вниз спуститься? В каком месте спуск-то? Самое главное, каким образом попасть туда. Интересно. Вход-то должен же быть где-то.
это не вход. Это не вход. Тут есть вход? Тут нет вход. Тут закрыто, блядь. Начинается. Тишкина мать, а? Галите, Иви! Это дабл ворсин! Где вход? Блять, это пиздец какой-то. Тибиабе! Торки Памас! Хунас! Вход бы лучше показали, ёпта ещё. Нихера нет. Интересно, блять. Задолбали. Где вход? Блять. Вот она, ебать. Она на мимо пробегала, да, все это время? Акрополь пройден. Тогда оставшиеся задания будем проходить в следующей серии, да? Ну и там можно будет посетить какой-нибудь более южный регион, например, вот этот вот. Хотя даже не знаю. Посмотрим, может быть, даже и вот эти два, Мармарика и Параитонион.
А легионов тем временем все меньше и меньше. Осталось вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь регионов. На основной карте. Потом можно будет отправиться в Синай. И долину царей. Ну а сейчас пока. Всем пока.